Мне было 20, когда материальное положение нашей семьи заметно ухудшилось из-за того, что нас покинул отец. Начались упреки со стороны матери и родных, что пора самой зарабатывать себе на жизнь. Это была весна, приближались летние каникулы. И тут сокурсница предложила мне поехать на заработки в Югославию, так как она знала человека, который отправлял туда девушек на работу. Мне сказали, что работать я буду в баре, официанткой или барменом. Конечно же, я согласилась. Но по приезду туда такой работы не оказалось. Пришлось соглашаться на любую работу, так как вернуться домой возможности не было. Суть работы заключалась в том, чтобы поддерживать разговор с клиентами и заставлять их заказать как можно больше выпивки. Когда дело доходило до постели, то за отдельную плату. Хозяин заставлял нас заниматься проституцией. Но поскольку он забрал у нас документы, мы не могли вернуться домой. Пришлось соглашаться. Я вернулась домой только спустя 2 года. Я заработала достаточно денег. И если судить только о материальной ценности, то можно сказать, что поездка была удачной.